Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня я хочу поделиться с вами майнером по заработку криптомонеты Tron. Называется он microsoftmining.com. Не забываем о том, что любые инвестиции в интернет — это всегда риск. Я вам даю информацию, но решение вы принимаете сами. Вы — это интернет, и каждый выбирает то, что ему по нраву. Регистрация здесь непростейшая. Вводим номер телефона, ну или же цифры, похожие на номер телефона. Пароль, повтор пароля. У меня прошел и тот, и тот. Создаем аккаунт. Вход по телефону и паролю. Кликаю. Я попала в кабинет. Здесь при регистрации дается бонус 500 DRX. У меня есть такой. Это у меня уже второй такой вот аналогичный проект. Значит, здесь у нас депозит, вывод, реферальная ссылочка и информация. Я сразу же сделаю депозит, так как депозит поступает от 5 до 10 минут. Значит, адрес кошелька, куда нужно отправить монеты. Я его копирую. Перехожу в кошелек Tron Link. Кликаю Send. Вставляю адрес. Нужно обязательно проверить хотя бы. Я закину сюда без фанатизма, ребятки. Я понимаю, что он как работает, так может и не работать. 30 монеток. Кликаю отправить. Отправить. Перехожу. Минус 30 монет. Все, монетки мои отправились. Ну и все. Будем ждать теперь, когда поступят монеты на баланс. Значит, вот здесь внизу также есть меню кошелек. И пока еще монеты мои не пришли. Здесь профит. Буду получать ежедневно 6%. Базик аккаунт, промо аккаунт. Это домашняя страничка. Значит, здесь у нас партнерская программа H6 уровней. Здесь у нас находится реферальная ссылочка. Мы ее кликаем и копируем. Таким вот образом она копируется. Так, возвращаясь на домашнюю страничку. Также реферальная ссылочка, вот она здесь находится. Также по ней можно кликнуть. И также копируем. Далее вот здесь новости. Здесь можно все почитать. Вот. Узнать больше. Кликаем сюда. И вот 503x. Здесь написано, что нам дали при регистрации бонус. Но это все тоже можно перевести, почитать. Также можно присоединиться к телеграмму. Открыть. Ну и потом присоединиться к группе. Вот. Ну, я возвращаюсь в кабинет. Возвращаюсь на домашнюю страничку. Профит. А, валют. Кошелек надо нажать. Вот, и мой депозит составил, вот мои монетки пришли, 30 монет. Возвращаюсь
домашнюю страничку, кликаю «Вывод». У меня на балансе лимитированный мой доход 1.20 монет. Также промо-аккаунт. Здесь можно вводить безлимитно, сколько будет, столько и выводить. Иду на промо-аккаунт. Сюда вставляю сумму 1.20. Вот у меня 530 монет моих. Иду в кошелек. Копирую адрес. И кликаю «Вывод». Все, монетки мои вывелись. И, как мы видим, они пока что, ребятки, в обработке. Через несколько минут они, ну там через минуту, поступят на баланс. Также я вчера писала, ну пока идут монетки, выводятся. Вчера я писала видео, но у меня я без звука, не было мне возможности записывать голосом. Зашла в такой вот свежий проект, меня вчера так закидали ссылками. Вот, TRXCCH5. Здесь 7000 дали на баланс как бы бонус. Я с него сегодня уже вывела. Вот тоже интересный проект. Вот мои 20 монеток. Вот также трейдинг. Я ежедневно получаю плюс 5%. Также здесь вот реферальная ссылочка. Тоже кликаем, она как бы копируется. Домашняя страничка. Вот. И я выводила. Сегодня я уже вывела, ребятки, с него. Вот. Также вводим сумму, промо-аккаунт, базик аккаунт. Ну, все то же самое здесь вводим. Вставляем капчу. Сюда сумму. Кошелек уже здесь отображается. Вот. И при регистрации у меня пароль прошел, что security король, что обычный пароль. И кликнула вывод. Давайте я перезагружу страничку. Все. Видим. Загорелось вот у меня зеленые. Зеленым. Значит, монетки поступили на кошелек. Кликаем. И вот мой депозит, который я делала. Минус 30 монеток. И плюс 1.2 монетки поступили на кошелек. Платит инстант почти. Все замечательно. Кому интересно, заходим. Не интересно, ребятки, проходим мимо. Каждому не угодишь. Это интернет. И каждый выбирает то, что ему по нраву. Это инвестиции. Это всегда риск. Надо это помнить и не забывать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.